первый межатлантический Боинг на Ринмаре, блядь. Сейчас посмотрим. Ебать, мужики, вот это посудина, блядь. Ой, он здоровый, пиздец. Он пиздец огромный. 747-й. Ну, мне им реально легче управляется, блядь, большим. Ребенок может встроить на автопилот. Блядь, я бы посадил тебя сейчас на место второго пилота, блядь, и ты бы нахуй сидел бы и разбирался, какие тут кнопки нажимать. Чё это такое, блядь? Автопилот, диск. Нет, я тебе не доверяю, блядь. Там ВПП хватит? Я не знаю, хватит ли там, блядь. Место. Надо было Airbus брать, и все было хорошо. В итоге на Боинге летим. Бля, пацаны, а тут уже все есть, блядь. И бизнес-класс, блядь, и проститутки. Чего там только не хватает, блядь. У нас здание аэропорта не такое большое, как это. Блядь, пиздо, пиздо-то хули. Вот здесь стример. Сейчас. Где он? Ну вот, смотрите, как он высоту уверенно набирает. Ему вообще похуй. Вот это уверенный самолет, блядь. Мне надо 1020 набрать, а вообще надо связаться с аэропортом. Блять, только Усинск ближайший. Мне нужно воздушное сопровождение. Трясывать немножко, ничего. Даю вправо немножко. Ну как немножко? Слушайте, Airbus мне больше всего, блядь, понравился, реально. Это тоже пиздец, он очень неповоротливый. Очень медленно на разворот заходит. Прям пиздец. Нормально, блядь. Я не могу понять, как мне эти 15 градусов поймать, блядь. Все. Да, 4 двигателя, ебанулся. Да я знаю, что триммер тянет вниз, блядь. Я не знаю, как его поставить, типа, в нейтральное положение. Попробуй в ноли его поставить. Даже один поставим. Вот сейчас должен набирать, по сути, высоту. Как-никак. Так, давайте попробуем сделать так. Первые два мы отключаем. Эти два мы добавляем.
Побольше даже. А, я только направо лечу, блядь. Вот так вот сделаем. Я думаю, что-то меня заносит, блядь. Ну, 1.4 я поставил. Ебать, а там еще, блядь, даже второй этаж есть, мужички. Не, сейчас я лечу на двух нормальных. 1.4. Зафиксировал. Можно отпустить управление. Немножко, немножко дадим. Немножко право. По курсу. Немножко право. Опять право. Как симулятор на паузе, на escape. Все, задан. По сути, больше ничего вообще делать не надо. Он сам долетит. Только сейчас я чуть-чуть добавлю, чтобы высоту набирал он. А, тут можно именно в воздухе зависеть? Я хуй знает. Теперь нужно же запасы стюардессы, блять. Да, минетик, пожалуйста. Да, за водительское. Как настроить автопилот? Накрути 290 скорость. Подожди, меня с курса сбивает. Она сама накручивается, неплохо. Сейчас я право дам. А, и ас. Ага, я понял. Так, у меня что-то сверху не идет. Я набирает. Мы сейчас разгоняться будем, блядь. Так, все двигатели давайте тогда задействуем в работу. Второй. Третий. Пускай все работают. Ну и чё, как вам игра, чат, в целом? Ваше мнение? Просто супер. А как вам для стрима? Заходит? ЕКБ не признал, да успеем. Если бы не умирали, вообще заебись. Да ёбаный в рот, потому что, блять, я считаю. Я сейчас еще планирую на Ренмаре сесть, так что вы, блять, побойтесь бога. На 747. Чё за кимбат? Обычный Xbox-овский, это One S. Бля, если бы полноценный рейс бы оформил. Я уже полноценный рейс оформлял в Шкипр, ты опоздал просто. Я летел из Сургута в Усинск. Полноценный рейс у меня был. С подъемом, с посадкой.
единственное РП, что развращать и лучше всех похвал. Нормально на геймпаде играется, очень удобно. Очень. Мне прям очень нравится. Прям вообще супер. Ночные полеты? Ну, скоро ночь наступит, парни. И можно полететь. Ну, либо можно полететь куда-нибудь на восток и увидеть, как день превращается в ночь. Так, думаю, пора немножко скорости бы поддать, блядь. Время тут РЛ, да. Тут все реал-тайм, то есть любые полеты по реальному времени. То есть ты передвигаешься по планете, грубо говоря. Времена года нет, погода, к сожалению, тоже нет. Потому что у меня, допустим, облачная. Но облаков я что-то не увидел. Ну, такая вот хуйня. За окном облака. В офисе, что ли, пойти сделать? Это что за кнопки? Это двигатели. Я вырубил двигатели, блядь. Я вырубил двигатели! Срыв. Срыв, блядь, по одному движку. Так, у меня... Чат, у меня один двигатель выключен. Чат! Чат! Блять! Ёбаный, блять! Не долетим мы, походу, до Нарьянмара, сука. Бля, реально, что ли, кончился? Пиздец. Стойте, давайте я его перезапущу. Ёбаный рот. Через кнопку запускай. Какую, блядь, кнопку? Не, все вырубить по новой — это плохая затея. Второй еще сдохнет, блядь. А, включение-включение двигателя находится сверху. Нет, тут вряд ли. Тут подсветка, щитки. Бустай. Что такое ВСУ? А, вон красный. Над головой. Это левый клапан. Стоп. Блять! Ёбаный рот, я думаю, что солнце светит. Стоять! Большая скорость очень. Но она вроде на этой высоте нормальная. Бля, почему он не запускается? Я курс, да, сука, курс надо другой. Выравниваю по курсу. Туда нажми выше. Наверху красный диод, лампочка красная.
А, бля, вижу. Включить генератор двигателя. Есть. Так, теперь пора его запустить. Это не двигатели. Почему он у меня отключился? Вот написано off. Он типа оффнулся, блядь. Пизда ему что? Блядь. Не, я не сливал ничего. Мне нужен пол, такой большой разворот. Пассажирам сейчас явно очень весело, блядь. Тихо, парни. Почему у меня off, если должно быть он, блядь? Мне нужно выходить на связь, нахуй. Список ближайших аэропортов. Вообще нихуя нету, пацаны. Предохранительный колпачок. Это что такое? Кольцевание подачи топлива. Наверное, пускай оно будет. Пускай топливо идет. Топливный насос правого контроллера, левого контроллера. Выключить, включить. Что надо делать? Главный задний топливный насос 2. Мне нужен один. Выключить. Включить. Тут все включено должно быть, блядь. Блядь, меня опять несет! Оно, короче, из-за того, что движок не работает, меня просто носит нахуй. Выключи четвертый. Давайте попробуем. Возможно, да, будет баланс. Но тяга, конечно, будет такой себе. Так, у меня третий, второй работают. Первый отключаем тоже. Выключили. Четвертый отключили. Все, четвертый выключили. Есть высота. Набираем 30 тысяч и летим. Нормально. Хотя, в принципе, уже можно лететь нормально. Наринмар. Маринмар, свяжитесь с Наринмар-центром. Подтверждаю передачу. Настраиваемся на Наринмар. Сразу с районным диспетчером. Наринмар-центр, Boeing Alpha Sierra. 747, flight level 250. Понятно. Все, двигаемся. Но мы высоту не теряем, я просто скорость хочу развить. Ебать, как у меня движки подохли, это пиздец. Ну вот мы запустились, да, сука. Нет, так он работает, блядь. Он работает на 6%, на 5%. Они в работе, парни. Что за залупа? Может, их как-то медленно нужно? А может, по инерции, да, крутится просто от воздуха. Возможно. Подождите, у меня четвертый тоже, что ли, подох? Ёб твою мать, что, то, что ты будешь делать, блядь? Четвертый тоже, все, пацаны. 1, 2, 3, 4 над головой.
Где у меня кнопки 1, 2, 3, 4 на головой? Ты сам выключал. Как включить-то его, блядь? Сторм. Над головой 1, 2, 3, 4. Блядь, тут столько кнопок, ебать, но это уже не для меня. Вот пресс с желтым горит. Где? А вот, подожди, пресс. Но это неисправно, я не могу. Я не могу включить. А или нет, подождите. Раз. Два. Или подождите, вот я их выключил. Вот я их включил. Оп-оп. Нет. Два не работают. Это не отказывается работать. Справа старт, 4 тумблера, попробуй. Учителю достаточно пару. Справа старт. Справа сверху, выше. Пусть знает, что щелкаю, бля, непонятно. Пиздец. Просто падаем, блядь. Его просто заносит вправо, блядь. Надо отключать, похуй. У меня, блядь, все трещит тут нахуй. Все, вырубил, блядь. Просто падаем, блядь. Какой Боинг у меня? 747. Небесный Титаник, блядь. 4 тумблера сверху, блядь. Не вижу. Так, вот зашли направо. Еще правее. Еще. Все, равняем. Прям по центру верхней панели, блядь. Это посадочные фары. Это топливные насосы. Вот это система POS. Не знаю, что это, блядь, за хуйня такая. Я упаду скоро, блядь. У меня управление. У меня рычаг двигается, блядь, но это похуй. Правее генератора сверху. Как выглядит правее генератора? Стартер в положении on. Все в on. Блядь, что делать? Правее
правее. Что? Открыть предохранительный колпачок. Выключить топливный насос. Один, два, три, четыре цифры здоровые. Я не вижу. Блядь, где, сука? А, вижу. Нет, это не работает, парни. Это не так включается. Вы, блядь, не правы. Пиздец, парни, я падаю, блядь. Блядь, почему пизда? Почему пизда? Стоп, стоп, стоп. Открыть, 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 блядь. Надо что-то делать. Что-то делать, блядь. Ну запустись, сука, ну я прошу тебя, блядь. Что делать? Ну что мне делать? Скажи, скажи, я все сделаю, блядь. Good zone. Так, ладно, не доверяй чату, не доверяй чату. Положись на себя. Раз, два, три, четыре, включил. Подсветка нет. Залупа. Залупа. Тихо, 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 блядь. Так, есть, есть, есть энергия. Энергия есть, парни. Пошла энергия, блядь. Осталось только запустить движки, блядь. Недоступно. Почему недоступно? Что-то... Стартер жми. Не, не сливаю топливо. Оно, блядь, так просто сливается. Как я не знаю, как их запустить, понимаешь? Вот в чем моя проблема. Я не знаю, как их запустить. Написано, что они все офнуты, блядь. Ты залил их смесью? Ты не запустишь их? Стоп, а как мне выбросить? Как выбросить смесь?
Так, надо выброс, выброс искать. Так, включить клапан выброса топлива. Но я пока еще парирую. Теперь ты паришь, а не парируешь, блять. Бля, если я так в такими темпами долечу до Наринмара, это будет ржом, блядь. На Боинге, нахуй. Пацаны, стойте. Как выбросить топливо, блядь? Это что? Как я... А как я их залил? Что я там понажимал, блядь? Бля, я не знаю, как нам быть. Чат, я не хочу умирать вместе с вами, блядь. Это аварийный выход. Пора его открыть уже, блядь. Пора открыть его, сука. Чтобы съебаться. Пиздец, падаем нахуй. Блядь. На реку садись. Да я попробую до Наримара дотянуть, блять. А я вообще, надо пробовать запустить их, запустить двигатели, парни. Ну как я их не запущу? Такого не должно быть в самолетах. Блять, можно сообщить о эпской ситуации, блять? Бля, ВПП-624, я не знаю как. Помоги! Блять, на речку, говорите, садить. Так, ладно, двигатель положения отключено. Похуй. На реку возможно посадить, возможно, парни. Такое ощущение, как будто они работают, понимаете? Я слышу их. Они свистят, но они не дают оборотов. Почему так? Музыка очень успокаивает. Бля, бадас, что это? Так, нам нужно на повороте садить будет. Короче, хуйню, которую начал, это пиздеца, трогать нельзя, блядь. Пиздец, чё. Спасибо, блядь, я в курсе.
Я там скинул список действий. Лучше наш, блядь. Так, какая-то деревенька здесь, блядь, Нельмарская. Подождите, парни, он у меня набирает высоту, типа. Такое ощущение, как будто я смогу, ну, до аэропорта, до... Смотри наверх, смотрю наверх. Питание я вернул, блядь, а запуститься я не могу. Ой-о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 й
Садимся в тундру, нахуй. Да какие нахуй шасси, блядь? Где Печора, блядь? Печора, выручай. Лети. 400 метров, блядь. 300. Блядь, прощайте. Все, нахуй. Да, нам. Ой, пацаны, Боинг, нет, давайте на Аэробусе только летать. Потому что это пиздец. Нас убил. Я хочу начать, блять, надо что-то, знаете, что-то делать. Ладно, давайте с Екатеринбурга вылетим. Кольцово, да? Блядь, а куда полетим, парни? Бля, просто на севере реально легче аварийную посадку делать. Го в Париж, не, слишком долго лететь. Давайте самолет сначала выберем тогда. Бля, на Аэробусе, наверное, полетим. Я уже, я на нем летал. В условии полета. А, реальная погода, во, во! То, что нужно, чуваки, блядь. Охуеть, погода и время реальное. Бля, она мне передаст, типа, что в Усинске сейчас пиздец, типа, да? Как? Хуй знаешь, во сколько обошелся этот самолет для страховой компании, блять. Ну да, можно и посмотреть достопримечательности. Да я просто вам север хотел сегодня показать. Там уже вечер. На Урале тоже пиздец. Сургут. Бля, а где Норильск, кажется, да? Тут говорил кто-то мне. Норильск. Так, карты. Смотрю. И, блядь, нихуя себе далековато получается, смотрите. Вот где-то здесь он, знаете... Вот где-то вот здесь вот Норильск. Такое ощущение, как будто я сейчас... Так. Будто вот здесь вот. Да, вот аэропорт Норильск. 2:15. Да, я из Сургута сегодня вылетал, ребята. Вылетал. Давай до Воркуты, блять. Воркуты дальше будет, чем до Норильска, мне кажется. Плюс я не знаю, где Воркута находится. Ну, типа, нет. Сейчас. Я-то, наверное, все-таки знаю, блядь. А, нет. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Воркута где-то, блядь, вот здесь, наверное. Нет. Усинск тут. Воркута тут где-то. Вот, или вот это, блядь. Это вообще на инту похоже. Вот это инта, это Усинск. А остальные я ебу, что где-то в Воркуте. Там вообще аэропорты есть? В Воркуте-то. Сейчас давайте, подождите. Инта. Усинск. Это вообще... Окунев нос, блядь. Усть-Цильма. Наринмар. И Воркуту надо искать.
Нет, Воркуты просто... А вот, подожди. Это нет, это Ухта. Это Печора. Печор-центр. А вот здесь у нас... Советский... Воркута. Ладно, влетаем, хули. Го в Самару, блять. Да я уже поздно, я до Воркуты уже поставил. До Северного полюса. Так, ладно. Tower Airbus Alpha Sierra X-ray 320 ready for north departure at runway 26 left. Animation, спасибо тебе большое за 498-ю подписку. Спасибо огромное. Бля, давай до 500 добьешь, старина. Посмотрим, какой у тебя знак будет. Так. Спасибо огромное. Еще какие-то смайлики открываются, а что за смайлы? Поздравляю, дрищ. Так, ну что, пацаны? Походим на взлетную, блядь. В Екатеринбурге уже вечер такой. Па-па-па-рот. Так, окей, блядь, здесь... Стоп, давайте ознакомимся немножко с... Блядь, тут дохуя. Вот тут огромный аэропорт, блядь. Вот это чувствуется. Ой, а у меня маршрут сразу построен. Круто. А как это сделано было? Так, что у нас здесь есть? Это не надо трогать. Вот, АПУ, Fire, Push. Вот это вот, да, вот это я поверю, блядь. А в 747-м то же самое, что ли, сделал? Да ну нахуй. О. Нихуя дворники. Это slow еще, а вот быстро. Жестко. Я выбрал точку назначения. Мы еще на PL в Airbus настроим маршрут. А как это сделать? Бля, я бы автопилот хотел настроить, типа. Хотя он у меня сейчас сам, по сути, автоматически должен настроиться. Че, взлетаем? Так, а где здесь? Снизу на центральной консоли терминал. Центральная консоль, блядь. Не бачу нахуй, не знаю как. Чё, давайте взлетаем, хули. Там еще клавиатура есть, а вот вижу. Вижу. И что делать? Как настроить? Дата, блядь. Дата индекс. Я бэк. Чё нажимать? Пацаны, чё жать? Аэропорт. Сейчас. DS. А как чистить, блядь? Бабасе, блядь. А вот, clear. Чё делать-то, блядь? Ладно.
Ладно, не хотите, короче, как хотите. А, clear. А вы мне скажите, как настроить-то мне автопилот? Там кто-то, кто там писал? Да его, блядь, любой ребенок настроит, нахуй. Так вот, дружище, помоги настроить, пожалуйста. Так, ладно, короче. Вертолет пошел на взлет, блядь. Все. По идее, нужно забить индекс аэропорта. Аэропорт, автопилот по центру над лобовым. Выбрать режим полетного плана. Я бы поверил, на самом деле, в это. Ладно, парни, не время, блядь, думать. Пора трогаться. А нет, я неправильно делаю, или правильно? Нет, правильно, я выехал уже на полосу, все, взлет пошел. Все дребезжит, трещит, блядь. Взлет удался, хули? Капец, хорошая погода у вас в Екатеринбурге, блядь. Или нет, нехорошая. Что это за хуйня? Это что, туман, блядь? Что это за залупа? Забей на терминал, взлет сам. Смотри прямо под лобовым. Подожди, сейчас я задам себе правильный курс. Закрылки надо закрыть, это точно. Спасибо. Все. Ух, ебать, бадас, а что у вас такое, блядь? Это что с погодой, нахуй? Дождик был? Ёб твою мать. Ёб твою мать. Нихуя, блядь, нихуя. Нихуя вас там жарило, блядь. Нихуя не вижу, блядь. Так, высота. Бля, шкипер, я взлетаю, как я хочу. Ну, серьезно. Давайте, пожалуйста, без доебов, чуваки. Взлетаю, как умею. Я, блядь, не пилот. Я не учился на пилота, блядь. Если вы хотите показать, что вы охуенные пилоты, пацаны, пожалуйста, идите, блядь, играйте сами. Я тут людей везу. Спасибо. Squawk 0137, Airbus 320. Я хуй знает. Я вроде нормально взлетел, я не знаю, шкипер, что тебе не нравится. Но я верю, конечно, что ты лучше летаешь. Нет сомнений, конечно же. Опа-опа, что-то... Ебать, чуваки! О, я выше облаков! Охуеть! Блять, пацаны! Тут боженька живет где-то!
Airbus Alpha Sierra X-ray 320 cleared to Uniform Uniform Yankee Whiskey Airport as filed. Squawk 0137. Ебать, красотища. Чё пиздит? Антиайс? А как его включить? У меня обледенение, кстати, да. Так, мне нужно увеличение высоты. Не, 11. Отвечайте, сука. Давай на самое максимальное. Kosovo Center, Airbus 320. Request flight level 210. Как включить антиайс? Антиобледенение включается на той самой панельке. Climb and maintain flight level 210, Airbus 320. Блять, ищите, где на аэробусах она находится. И не, блять. То обледенение это залупа. Это пиздецкая залупа, мужички. Беги. Уже поздно. Так у меня лед на мне, хотя он растает. Вроде левая часть верхней панели сверху тебя. Тут нет, ничего нет. Фары, такси, что-то навигационные огни, верхний щиток, блять. Очень сложно, пацаны, не знаю, не найти. Антиайс. Может, он не здесь вообще? Бля, я не в ту сторону вообще полетел. Попробуй автопилот включить. Включил. Я не знаю, по какому он курсу будет работать. Ну, вроде поворачивает сейчас в правильном направлении. Airbus 320, you are 3900 feet above your assigned altitude. Descend and maintain flight level 210. Вроде он летит правильно. Вруби автопилот. Так вот, я его врубил, типа, а как курс-то ему задавать?
Ручки крутить надо. А вот, задом 122. Максимальная скорость. Оценить максимальную дальность. Выбрать режим полетного плана, блин. Ну, скорость могу уменьшить. Допустим, до 300. Ну, блядь, просто набирает. Просто набирает и все. Похуй его. Левее. Сейчас, секунду. Ну ты видишь, что он творит, блядь? Куда летим? Летим в Воркуту, мужички, в Воркуту летим. Включить директор на пилотажный прибор. Так, блядь. Изображение сведения ограничений. Что там пиздишь? Ускорьте снижение до эшелона, блядь. Ничего, долечу, ничего страшного. Сто полетит 2 часа, да. 2 часа лета, блядь. Ну, вот управление воздушным судном. Ну вот. Может, ну его нахуй. Да нормально, что летим, блядь. Тут полет можно скипать. А как его скипнуть? А, вот переместиться. О! Сейчас. Крейсерский режим придет, да, использует реальное время. Сейчас, подожди, а я-то не знал этого. Сейчас посмотрим, парни, как это работает. Бля, очень классная игра, я вообще, я доволен. Бля, он обледенел весь, ёпнешь. Льда на нем. Так, где я? Сейчас, секунду. Где это мы? Летим по прямой. А слушайте, а уже недолго осталось, типа, наверное. Давайте на снижение, наверное, перейдем. Снижение. Бля, ну интереснее, конечно, реальные полеты. Я вот от Усинска, с Уркута до Усинска долетел. Бля, если бы не инцидент с шасси, то все было бы четко. Найди АПУ, и там будет рядом ITIS. Я хуй за тебя АПУ, блядь. Надо искать. УВД АЛТ. Кам. На верхней панели, блядь, над тобой, ну вот.
Я ж тут все смотрел вроде. Смотрите. Оксиген что-то. Маскман. Turn right, heading 350, Airbus 320. Engine, блять. Вон чуть ниже. Airbus 320, reset transponder. Squawk 0137. Где? Антиайс, вижу. Engine 1, Engine 2. Есть. Бля, ебать, сейчас, пацаны, я реально пилотом так стану с такими, сука. Основной переключатель. И стартер. ПОС лобового стекла. Что такое ПОС? Это типа обогрев? Крылья тоже включи антиайс. Антиайс, Винкс. Бля. Пиздите там сами, я и включу, блядь, управление радиосвязью. Various OVO Center Airbus Alpha Sierra X-ray 320 is type Airbus A20 and 18 miles southeast of Uniform Kilo Hotel Tango. Request flight following. Сопровождение запрашиваем. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 Various OVO Center. Squawk 0055. Squawk 0055 Airbus 320. Так нихуя не видно, ёб твою мать. А не рановато ли я еще захожу на посадку, блядь? Airbus 320, radar contact 17 miles southeast of Uniform Kilo Hotel Tango 4500 feet. Altimeter 29er decimal 39er. Copy Airbus 320. Ну, игра, конечно, огонь. Не перестаю. Бля, посмотрите просто на вот эти виды, мужички. Блять, какой же все-таки... Какой же все-таки кайф. Честно, к облака. Бум, зашли. Я держусь, я стараюсь 5000 набрать. Меня очень сильно трясет штурвал. Держать пытаюсь как могу. Субтитры бы вывести на экран. Было бы неплохо. Есть 5000, есть? Cleared through Charlie Airspace Airbus 320. Бля, вот да, у нас сейчас такая облачность, пацаны. Погода пиздец подходит. За окном сейчас такая хуйня, все в облаках. Бля, очень все пиздец. Да хуя, надо выше.
Блять, реально жалко второго пилота нет, сука. Было, вот так бы очень удобно было. Почему у меня двигатели автоматически управляются? Я ж тягой управляю, какого хуя? Хотя, может быть, из-за того, что... Вот, они отключились. Потому что Атихер, а что такое Атихер? Вон на торпеде, говорит, лампочка под АПИ. Где АПИ у нас, блядь? Что такое передатчик? А, по центру. Катель автопилота. Что это? Стоп. Наверное, это и есть автопилот, нет? А чё оно... Ну вот, а вот, да-да-да. ATR. Пусть автопилот. Ну это... Что он делает, блядь? Я второе. Вот, и немного выше. Что-то мне не нравится, что он делает, блядь. Я сам беру управление. Ко мне еще лететь? Да хуйня вообще. Я с газком, с газули пойдем, блядь. Бля, ебать красиво, блин. Не, аж даже не поверю, что за небо вот такое. А, у тебя высота за 1.5к, вот он и делает. Понял я. Я выше чутка хочу. Сейчас я на скорости пролечу все это дерьмо. Нет, конечно, я видел такого неба, типа, но просто я смотрю сейчас, кажется, что это нереально. Конечно, я знаю, что так такое. В грозу я не летал, кстати, парни. К сожалению, очень бы хотелось. Да, скорость хорошая пошла. Очень хорошая скорость. Так я прилечу быстро. Да, я знаю, 300-350. Ну спит и спит, чё бухтит. Огр уснул немножко.
Воркута-то все ближе и ближе. Половину пути. На самом деле еще пиздец, когда хуя. Давайте переместимся на заход. Да, если это в VR, я думаю, это будет очень. Прям очень круто. Ой. Так, Воркута. Бля, я там ни разу не был, кстати. Прогружай, прогружай. А, ну все, чё. Где закрылки, понимаете? Надо кружок будет наворачивать. Так, это 08. Куда побольше, конечно, Усинская. Никогда ее не видел, парни, вживую. Сейчас я попробую не допустить ошибку, которая была допущена, блядь, мной изначально. Это маленький заход. Какой у меня монитор? Acer XF, что-то там такое на 144 Гц. 24 дюйма небольшой. Хотелось бы, конечно, побольше, но я считаю, что это пустая трата денег пока что. Все, проходим. Хорошо идем, парни, очень хорошо. Блядь. Ёб твою мать. Нихуя не получается, блядь. Пытаемся сесть. Пытаемся сесть. Как поняли нас. Воркута, блядь. Пизда. Пизда. Я сажусь. Ёб твою мать. Так, подождите. Подождите, пацаны. Еще разочек сейчас попробуем.
Я не знаю, кто там ехал, блядь. Это было жестко. А этот круг, это он не помогает. Это круг, в который нужно войти, да, для разворота. Алло, это Воркута, вы сейчас умрете, блядь. Попробую развернуться, блядь. Ебать, эта тряска нереальная просто. Нереальнейшая тряска, блядь. Да как, сука, посадить тебя, блядь? Пизда, умерли нахуй. Все, разбились, сука. Ой, блядь. Да, это не машина. Надо несколько километров делать. Блядь, пацаны, охуительная игра. Все, не, блядь, последний, давайте, последний на сегодня маршрут. Полетели в Самару из Казани. Полетели. Последний на сегодня маршрут, и пойдем играть в СЦП, наверное, потому что уже игра очень долго, поиграем еще завтра. Я думаю... Вот. Ну, ты старался, и получилось лучше, чем раньше. Да, ну нет, подождите. В тот раз я зашел очень уверенно, потому что, ну, только я уебался шасси. Так. Может, над Москвой полетаем? Да что ты Москва? Неинтересно. Нью-Йорк, го, на город посмотрим. Да, мы же в России живем. Сегодня у нас экскурс по Рашке. Уфа, Казань. А точка прилета? Это Самара же, нет? 12 минут, ебать. Воронеж, Гумрак, ну а где Грозный? Витязева, Анапа, ебать. Блять, полетели в Анапу, пацаны. В Анапу, блять, и он в Сочи есть. А где Грозный, я не понял. Инаки какие-то, блять. Тбилиси. Ганджа.
Здорово. Так, господа. С вами капитан корабля. На связи. Наш маршрут проследует от города Краснодар в Анапу, ребята. Полетим. Так. Все, взлет разрешен. Все, рванули. Так, сейчас подальше я сделаю себе. Ага. Чего, подождите? Раз я только что подписался. Ну, с почином, братец. Добро пожаловать. Так, ну что ж. Закрылки у нас. Проверяем взлетные. В норме. Все. Можно, пожалуйста, город Минеральные воды, блять. Мы в Анапу летим. Анапу летим. И в Анапу, ребят. Добавляем. Газули. О, взлет. Держитесь, чат, не боимся, не боимся. Не страшно. Не боимся. И взлет. Закрылки. Что там? Что за ошибка, блядь? Да сейчас, я разворот делаю. Не туда. Сейчас полетим куда надо, блядь. Смотрите, какие красивые поля Краснодара, ребята. Лето, жара, блядь. Надо еще будет в Пензу заглянуть как-нибудь с Екатеринбурга. Кто знает, тот поймет. Завтра полетим, короче. Екатеринбург, Пенза. В чемодан. В чемодановку, блядь. Стрим идет, он на две части поделился. Ой, это что такое, пацаны? Что это за речка, блядь, в Краснодаре? Да ёб твою мать, сейчас отвечу, блядь. Цвета подтверждена. Это Волга. Ба, смотрите, какой Краснодар, мужички. Вот он, блядь, красавец. Как эта деревня, блядь. Чё, Краснодарский здесь? Село, блядь. Да. Да. Всё, у меня штурвал.
Блин, а тут уже более город такой. Бля, большой, большой Краснодар, большой. Так, сейчас построим на взлет. Все. Нам 10 минут лететь, блядь. Почему-то высоту не набираем. Лучше в Чернобыль, блин. Кстати, надо будет тоже как-то посетить данное место. Что это за город? Это Краснодар, парни. Краснодар. Направляемся в Анапу. Я везу вас, блядь, на море. А потом, блядь, в Турцию, блядь, полетим. Добавим чуть-чуть. Чебоксары уже летал? Нет, еще не летал, парень. Я по северу пока путешествовал. Исследовали север, сейчас юг исследуем. Сейчас будем юг исследовать. Что по FPS у тебя в игре? Ну, 60 должно быть. Иногда подгрузки бывают, потому что игра требовательная. Плюс у меня стрим на slow preset стоит, на процессор. Если поставить на видеокарту, все, в принципе, должно быть ок. Все, вылетели в Анапу. Краснодар уже остается позади. Немножко влево дать. Есть. Равняем. Так, а это у нас что такое? Не знает. Здорово, здорово, Снеки, привет. Да, на самолете летать очень кайфово, очень чило. Реально, игра прям очень хороша. Бля, ебать тут деревень, конечно, краснодарских, ёбнешься. Горячие пирожки, чай, кофе, спички, ручки, тетради, раскраски, блин. Музыка играет по листам. Есть форсаж. Бля, и поэтому жарища, бля, я уже чувствую, знаете, мне прям через экран, блядь, солнце печет. Да, все, я больше 10 тысяч не буду. Губочку, блядь, не-не.
Блять, опасно, срыв будет большой. Ну вот и все, я же говорю, ну нахуя, блять, я соглашаюсь на эту залупу. Так и не долетим никогда, блять. В Анапу летим. Я же говорю, блядь, вот эти вот, ну, вот такие, тут нельзя такого делать. Никакой бочки. Гражданская авиация так не может. На Байкал полетим. Бочки не будет, парни. Все, очередной взрыв. Я на разворот выйду. Я сразу по нужному направлению полечу. А может развернуться будет. Из Дубая до Лондона на Airbus'е. Ну, Airbus, кстати, очень классно, мне очень нравится он. Да, до Анапы долетим сначала. Подождите вы своим Крымом. Эй, а чё? А, реверс, это реверс был. А, точно, тут же реверсы есть. Это на посадку нужно реверс. Когда садишься, реверс ебашишь просто. И вот такой, оп, он в обратную сторону хуярит. Бля, я про это забыл, парни. Ладно, все с опытом придет. Сейчас развернемся. Бля, это какой-то президентский самолет на самом деле. Все нахуй. Так, чё, блять, в Анапу кто готов лететь, мужич? Черчелу есть, блять. Сейчас разгонимся. Надгул на самолет, блядь. Такого точно не накопим. Всё, форсаж. Есть взлет. И полетели. Блядь, лети, пацаны. Блядь, нихуя себе. Бля, тут вид из окна такой неудобный, но тут, наверное, по датчикам скорее летают. Мне нравится, когда из кабины хороший вид есть, и ты можешь все смотреть. Без проблем. Это самый быстрый самолет в игре. Из мелких, да. Самый быстрый вообще, наверное... Сразу, блядь. Скай отвечает ему и... Frequency change.
Да, да, я знаю. Я это максимум. Шасси нету, я давно убрал. Но принцесс больше отдалял, но я вот-вот, ребят. Я вот-вот, это максимум. Просто если так сделать... Можно даже штурвальчик отпустить, покайфовать. Да не, нормально, я правильно лечу. Просто на параллели лечу, а не по прямой линии. Какой-то любимый самолет? У меня таких нету. Тот, который комфортен в управлении. О, Ростов ответил, ебать. Бля, сейчас Ростов будем пролетать, что ли? Походу. Все рядом, все города. Нужно и за свой подержаться. Гоф Таганрог, он рядом с Ростовом. Так я в Анапу, у меня в Анапу рейс. Ну вот, господа, можете наблюдать красивые виды. Но мы идем на высоту, поэтому... А как в Пензе называется аэропорт? Кто знает? Пензенский аэропорт, как называется правильно? Название у него какое? Просто аэропорт Пенза, без названия, без имени. За сколько летишь домой к чату? Я даже об этом не думал. Я лечу сейчас в Анапу лечу. Из Краснодара. Это название аэропорт города Пенза, понятно. Топлива хватит? Конечно хватит. 44%. Мне, я 10 раз туда-сюда слетаю. Так, тут какой-то есть аэропорт рядом. Не пойми, что за город. Не, я не поднимаюсь. 18 тысяч хватит. Лететь-то недолго. Сейчас я триммер выставлю на 8%. Да. Триммер на 8. Хорошо. Потыкать что-то хочется. Потыкать что-то хочется. У меня вопрос, куда пропал товарищ Максон? Может отдыхать сегодня, чилит? Overspeed. Overspeed. Overspeed.
О, пацаны, море, море, смотрите. Мы уже почти прилетели. Ебать, вот оно, Черное море, блядь, на горизонте. Что такое ук? Что? Какой-то ук. Перзвука. Черное море, черное, ребят, наше, родное. Конкордом. Неплохо. Так, а вот тут у нас, а это шасси. Шасси. Хочу посмотреть. Уже половина маршрута, блядь, 5 минут прошло. Да, это жестко. Суммарно сказала 10 минут, типа, на этом самолете. Ну, я думаю, минут до 12, я еще с посадкой есть. Тут какой-то я вижу аэропорт. Аэродром, точнее. А может, аэропорт? А может, аэродром? Блин, а жалко... А, нет. Вот солнце прям в лицо светит. Как вот с этим они борются?
А, в очках, блядь. Я думал, там, может, козырьки какие-нибудь есть. Да, а что они затонируются просто, нахуй? Прям в ноль. Тонированный самолет, блядь. Шторки тоже есть. Так, приближаемся уже, блядь, пацаны, в канапе. Часы занизят, блядь, запланируются. Все правильно, блядь. Даю немного лево. Слушайте, ну по сравнению, вот знаете, вот сравнивая юг-север. Бля, на юге так красиво, так, такая растительность. А, там, а у нас везде одни болотца, да и только. Ну тут какая красота, блядь. Но люди на юге злые, а на севере добрые. Нет, ты что, охуел? Пусть, блядь, на злые, ты что, заебало получишь? Цветаясь, красота, Ставропольский край. А там уж в Казахстан лететь, куда? А вот и Анапа ответила. А, это я запрашиваю Анапу. Так, Анапа ответила, блядь. Блядь. Здорово, Лонсыч. Приветик. Вижу, вижу, вижу. Бля, а чё он такой маленький, сука? Снижаюсь. Это ведь он, да? Или не он? Ладно, еще круг сделаю. Траекторию не буду менять. Да, потому что высоко. Может быть, иллюзия. Но я сейчас со стороны моря буду заходить тогда. Постараюсь. Бля, вот так вот, пацаны, это Витязева вот это, блядь. Я там был один раз. Залупа, конечно, редкостная. Да, это Черное море. Мы приехали, пацаны. Вот оно, блядь. Вот он. Краснодарский край. Приют перехватчики не проверял, нет, не проверял. Надо снижаться. Как раз вам покажу красоты пляжа, блядь. Крымский мост есть. Наверное, и есть. А это что за лужа, блядь, огромная? Что это за озеро? Вот она, блядь. Там, блядь, кукурузу продают горячую.
Вот этот я должен посадить. Вроде ничего сложного нету. Вот что, бля, почему оно разваливается нахуй? Бля, я не понимаю, почему? Как? Резко снижаешься. Я потихоньку снижался. Но я набрал скорость и начал ее скидывать, блядь. Оно порвало его, блядь.